Всем привет зрителям канала. Сегодня обзор радиостанции Транспорт. Это болгарская радиостанция РН-12Б моделью. Мощность у нее 1 ватт передатчика. Для связи, думаю, где-то между такими радиостанциями на километров 5-6, то и может и более. Самая простая органы управления у нас тут. Это у нас включаем питание, включение. Это шумоподавитель. Ну и каналы. Как бы она имеет 6 каналов. Вот, переключение каналов. Никаких регуляторов громкости тут ничего нету. Вот так у нас тангента. Здесь же микрофон, тут же и динамик. Вот тут передачу и тональный вызов. Аккумулятор. Вольт. Тут не знаю, будет видно, не видно, то тут. Частоты тут написано, ну. Не видать, наверное, будет. Там как бы 5 каналов. Ну, частоты железнодорожные, как для железнодорожных нужд она выпускалась. Вот. Где-то тут 154 мегагерца. 153 там чем-то. Вот и 5 каналов. Частоты кварцованные. На каждый канал свой кварц. Как бы и на передатчике кварцы, на приемнике кварцы. Выпускались они, видать, от 148 до 174 мегагерца. Для разных отраслей. Не только, по-моему, как помню, железнодорожники такие радиостанции использовали. Также можно увидеть сотрудников милиции с такими же радиостанциями. У меня была такая радиостанция в 90-е годы. Перестроена на радиолюбительские частоты. У меня 145-500 была настроена такая вот. Я ее с собой возил. И однажды у меня тоже был случай, где-то под конец 90-х, не помню, может конец, может начало 2000-х, сейчас не... была у меня такая же радиостанция, как-то меня остановили на автовокзале сотрудники милиции в то время, вот. У меня вот такая вот радиостанция была. Я выходил с ей на ее связь с радиолюбителями. Ну и когда меня остановили, попросили включить, понажимать, я говорю, у меня аккумулятор севший. Вот. Они, у них такие же транспорты были, они... Один из сотрудников снял со своей аккумулятор и поставил на мою аккумулятор. Также понажимал тагенту, что попереключал каналы, понажимал, что на их частоты не выходит. Все, он мне ее вернул.
НФЛ-карта, она перестроена на радиолюбительские частоты. Объясню. Один случай был, я ее возил по городам, там связывался как бы с собой. И потом я в итоге кому-то ее подарил. Посмотрим, что внутри. Я не буду ее разбирать. Это у меня уже... Здесь мне вот достались разобранные такие радиостанции. Вот здесь ничего не затерто. Все четко видно. Канал вот первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой каналы. Десятки. Панелька сохранилась не так затасканная. Так, с этой стороны у нас плата передатчика. Здесь видим, как выходной транзистор вертолет на радиаторе. Здесь вот кварцы. На каждый канал свой кварц. Ну, здесь вот это на одном канале сделан, один кварц стоит. Ну, это уже, видать, что-то переделывали. Видно, что уже. Видать, тоже, может, перестроен. Также один, видим, кварц на приемнике. Так они. До 6 каналов. Ну, один кварц тут. По одному кварцу, значит, один на передачу, один на прием, значит, она как одноканальная сейчас сделана. Посмотрим, она собрана на каких микросборках. Сколько их так много микросборок. Здесь фильтр 10,7. Самая популярная радиостанция железнодорожников и в других отраслях использовались. Также их радиолюбители перестраивали, неплохо они работали на 145 МГц. Таких вот еще несколько их, видать, разобранных, но еще и были такого же внешнего, где-то у нас транспорт еще производился и СССРовский был, это болгарский у нас, что еще был в СССР, только не знаю, где он производился, что там вообще по-другому, там в этой платы как бы печатным монтажом друг к дружке, а там наоборот как бы перевернутый плат, там те другая расположение было шасси тех транспорта, и корпус, по-моему, другого цвета был. Вот такой вот обзор. Пишите, комментируйте, подписывайтесь на канал. Не пропуститесь. В следующем видео у нас будет еще интересный девайс. Будет на обзоре вот такая радиостанция. Если вы узнаете, что это за радиостанция. Вот такой вот брусочек с ручкой. Будет
следующем обзоре. Такая будет у нас радиостанция. Интересная будет в следующем обзоре. Ставьте лайки. До встречи.